Артем Курчак из Архангельской области каждый день рассказывает маме о своих успехах. Телефон – это хорошо, но видеосвязь еще лучше. В амфитеатре санатория «Вита» установлены камеры видеонаблюдения, которые в режиме онлайн транслируют видео на сайт санатория. Мама Артема видит и не переживает. Это хорошая вещь, потому что мама будет смотреть, как ты выглядишь, что с тобой случилось, что не случилось, расстроен ты, не расстроен. Современная система онлайн-наблюдения работает в санатории уже более 3 лет. В любой точке мира родители могут увидеть, чем занимаются их дети, погордиться и снять тревогу. Вечерние наши мероприятия проходят каждый день в 20:00, практически всегда на Большом амфитеатре, за небольшим исключением. И родители могут посмотреть, какие праздники у нас проходят, какие мероприятия, что действительно делают, и даже иногда увидеть своих детей. Потому что ребенок может позвонить и предупредить маму: «Мама, я сегодня буду на сцене выступать, можешь меня увидеть в реальном времени». Я считаю, что это очень красиво. Единственный недостаток, что пока нет звука. Весь руководящий и педагогический состав оснащен рациями для оперативной связи друг с другом. Маша Михайлова из 34-го города, приехали родители. Будь добра, пригласи, пожалуйста, этих родителей уже. Это еще один вклад в пользу безопасного детского отдыха на нашем курорте. Прогресс движется 7-мильными шагами. И детский курорт Анапа вместе с ним.